Мне в соцсети и на почту приходит очень много разного хлама. Ну, приходит и нормальная информация, которая используется в дальнейшем. Но то, что пришло сегодня, я опубликую, потому что называлось это «Обращение к Анатолию Шарию». И это не постановка, это реально пришло мне на почту от человека, который захотел выразить свою мысль. Ну, сначала слушаем. «Обращение к Анатолию Шари. Анатолий Шари, тебе вот по-украински тебе скажу, по-хохлянски, тебе нема шо робить или шо, тебе шо, нема работы якось, ты хуйнёй страдаешь, нах, выпускаешь какую-то хуйню, понимаешь, там все там. Много, как бы, очень много есть косяков украинских корреспондентов. Но все-таки зачем обсуждать тех же украинских корреспондентов, тех же российских корреспондентов, тех же там немецких или польских или еще какая-то ерунда? Зачем ты вообще страдаешь этой ерундой, блядь? Хочешь быть звездой Ютуба, нахуй тебе надо? Ты найди работу, блядь, устройся на работу, блядь, работа не, блядь, какую-то хуйню занимаюсь. Вот тебе надо, нахуй, показываешь какие-то, блядь, бабушек, дедушек, еще какую-то хуйню занимаюсь. Вообще, нахуй тебе эта хуйня, нахуй, это, блядь, идите нахуй, всем доказывать, что ты, что вот, все, что делается. Сиди, нахуй, здесь на работе, нахуй, сядь и работай, нахуй, или, блядь, иди, нахуй, дальше задротик, ты задротый раньше, блядь. Хуярься в танчике, в World of Tanks, там, танки онлайн, блядь, шейка хуйня, нахуй, надей какую-то игрушку, на дота, нахуй, ты хуярься, нахуй, бить, блядь, тебе в YouTube, нахуй. Нормально будь, нахуй, нормальным чуваком, нахуй, нахуй ты, блядь, хуйню робишь, нахуй, понимаешь, там, что да я нахуй там дохуя подписчики нахуй. Ну все, блядь, все хуйня нахуй. Бросается дело. Брат, ты услышан. Короче, я завтра же, вот сейчас я уже одену кепку, вот такую. Завтра я устроюсь на работу, потому что нафиг мне вот эти, короче, там 20 тысяч там, евро в месяц. Я устроюсь куда-нибудь, короче, так, на нормальную работу, там 500 евро буду получать, короче, свои часы омега выкину нахрен, потому что возьму какие-нибудь, ну, короче, нормальный, как нормальный мужик, буду ходить, короче, на работу и все такое. Брат, я не понял, что ты хотел сказать, но я серьезно, я задумаюсь над тем, что ты хотел мне сказать. Сейчас семок только куплю, зажую, да и все, на трамвай, чтобы завтра с утра на работу поехать, и, короче, нафиг мне этот YouTube, короче, ты отжег просто.